Саранск стал местом проведения отборочных соревнований по шорт-треку к финальному этапу Всероссийской зимней спартакиады школьников. Нынешний турнир примечателен тем, что отбор на финал ведется по общекомандному рейтингу. Дальше будет проходить вся сборная команда того или иного региона, а не конкретный спортсмен. Соревнования проходят в 4 дисциплинах – 500, 1000 и 1500 метров, а также эстафетах. От Приволжского федерального округа дальше пройдут 3 сборные, а за награды борются трековики из 5 регионов. Помимо Мордовии, это Нижегородская и Пензенская области и Республики Башкортостан и Татарстан. В первый день соревнований местным спортсменам удалось завоевать одну бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Третьим на финише был Никита Миронов. Я считаю, что удачный, так как я показал результат лучше из Мордовии. Я считаю, что это большой успех. Больше всего очков в общекомандную копилку начисляются по итогам эстафет, поэтому к ним спортсмены и тренеры относятся по-особому. В предварительных стартах у девушек самые быстрые секунды показали представительницы Нижегородской области. Эстафета, как бы, она сама по себе складывается, если попадается вот из 3 человек, 1 сильный и 2 слабых, это уже не эстафета. Или наоборот. То есть тут нужно, пускай будут 3 человека, но ровные. То есть вот победа обычно вот так получается почему-то. Отборочные соревнования по шорт-треку закончатся в воскресенье. Именно тогда и определятся команды, которые выйдут в финальный этап спартакиады школьников. Начало заездов 28 и 29 января с 10 часов. Юрий Осипов, Александр Зинов, Наши новости.